Утренние бьюти-привычки, которые изменят вашу кожу. Первое. Умываться по утрам не просто водой, а мягким очищающим средством, так как ночью кожа не спит, а выделяет себум, как и днем. Выбирайте средства с мягким ПАФ, которые не раздражают и не пересушивают кожу. Второе. Не игнорируйте тоник. Он восстанавливает pH кожи, убирает с нее остатки ПАФ и средства для умывания и балластных веществ из жесткой водопроводной воды. Третье. Перед тем, как выбирать крем или сыворотку, определите тип и состояние вашей кожи. Тогда вы сможете подобрать для себя максимально эффективное средство. Четвертое. Не забывайте про солнцезащиту. Солнечные лучи могут вызвать пигментные пятна, преждевременное старение кожи, потому что разрушают коллаген и эластин, и даже повредить ДНК клеток и вызвать онкологию. И пятое. Чтобы не ошибиться в выборе средств и грамотно подобрать их по тип и состояние кожи, приходите к нам на бесплатную консультацию в Центр диагностики кожи Гильтек. Запись по ссылке в шапке профиля.